Йоу, с вами Билли Айлиш, и я собираюсь сыграть в «Открывай» с Urban Outfitters. Все самое важное со всего мира про музыку, политику, спорт и другие интересные новости в телеграм-канале «Рифмы и панчи» оперативно и кратко. А еще там можно скачать любые новинки, даже если они изъяты ВКонтакте. «Рифмы и панчи» — не только русский рэп. Ссылка в описании. По ощущениям, очень даже ничего. Ладно, в общем, тут написано, ты из музыкальной семьи. Чему особенному ты научилась у каждого из родственников? У каждого? Ну, я научилась у брата, что он лучше меня. Во всем. У мамы я научилась... Мама научила меня писать музыку. А папа научил меня основам игры на пианино и укулеле. Я говорила ему, отстань, и училась всему сама. Потому что мне нравится все делать самой. Особенно, когда мне было года 4, я заставляла всех сваливать. По ощущениям, реально кайфово. Чё за... Что это такое? Они такие милые. Блин, из чего они сделаны? Такое ощущение, что у них внутри слюни. Да, так и есть. У тебя почти 7 миллионов подписчиков. Вообще-то я вчера перешагнула за 7 лямов. Спасибо, почти угадали. Итак, у тебя 7 лямов фолловеров в инсте. У тебя хватает времени, чтобы отвечать в личке хотя бы некоторым из них? Я пытаюсь. Бывает, я весь день посвящаю тому, чтобы в это все зарыться. И ответить всем, кому только смогу. И типа, я каждый день смотрю, где меня отметили, и стараюсь пролайкать все самые клевые. Эти детишки все очень талантливы, поэтому я реально пытаюсь со всеми общаться. Пытаюсь достучаться до них, убедиться в том, что с ними все в порядке, что они живы и чувствуют себя хорошо, шаришь? Потому что у меня все хорошо только из-за них. Так что у них тоже все должно быть хорошо. Слушай, а мне нравятся эти штуки. Можно я заберу? Ты говорила, что пытаешься вспомнить и переписать «I don't wanna be you anymore». У тебя получилось? Ну, я могла бы переписать его ровно так, как и было. Сделать вид, что я прям на ходу его пишу. Чтобы было типа... Боже, как круто! Я прям на ходу придумываю. Ну, хрен знает, у меня куча песен про ненависть к самой себе. Так что хз. О, как мило! У нас тут маленький... Это же ленивец? Почему домашнее обучение по пятницам — это круто? Блин, да это же вообще жаришка была. Просто огонь. Ну, то есть, я и так училась дома. И у нас была куча разных типа ивентов. И все дети, которые тоже учились на домашнем, приходили по пятницам. Ну, короче, смысл в том, что все идете куда-то заниматься ремеслом. Очень миленькая идея, но мы ничем не хотели заниматься. Так что мы шли на улицу и просто играли, и все такое. Делали домики для феи, и все такое. Надо устроить концик чисто для ребят с домашнего обучения. Это будет реально странная аудитория. Да уж, там будет куча странных ребят. Вроде тебя. Ну да, но это все равно куча странных ребят. Эх, было время. Ничего не надо было делать. Так что я делала все, что хотела. Только не вырезайте. В натуре, на домашнем обучении очень странные дети. Но те, кто ходят в школу, тоже странные. Ты упоминала, что хочешь свою линию одежды. Как это все будет выглядеть? Да ужасно будет выглядеть, честно говоря. Братан. Даже не знаю. Иногда я так, блядь, неряшливо одеваюсь. Ну, чисто помойка. Но я хрен знает. Я сейчас над этим работаю. У меня типа целая куча блокнотиков, в которых я все рисую. Дизайны и все такое. Это будет дико, например. И еще, мне кажется, будет сложно для бренда, чтобы он менялся постоянно. То есть сегодня мы выпускаем что-нибудь одно, а через месяц что-то абсолютно противоположное. Людям это вряд ли понравится. Блин. Но мне пофигу. Мне реально пофигу. На все. Это мой бренд, шаришь? Я когда-нибудь умру, и все остальные тоже умрут, так что это все не важно. Как ты пишешь свои песни? Вау, я никогда не отвечала на этот вопрос. Как я пишу песни? Да всегда по-разному.
Думаю, что это дает мне возможность, типа, не писать одно и то же миллион раз. Мне кажется, если делаешь все как всегда, ты просто пересоздаешь все, что создал до этого. Потому что твой мозг больше ничего и не знает. Так что, типа, иногда у меня все начинается с текста, который у меня уже есть, или с готовой мелодии, или просто с последовательности нот, или с бита, или с идеи, или с картинки. Потому что я очень визуальный человек. Я могу увидеть, типа, ну взять вот как ощущаются эти штаны. Ох, да, они из вельвета. И что, если бы я захотела написать песню, которая бы звучала так, как штаны ощущаются? Чтобы на это мозги настроить, надо совсем охуеть. Но если ты позволишь этому случиться, типа вместо того, чтобы думать, да как вообще можно услышать чувство? Можно, если ты себе позволишь. Еще у меня синестезия, так что я все сопоставляю с цветами, числами, днями недели, с формой. Это странно. Пиздецки странно. Но каждый раз, когда я что-то создаю, я сразу думаю, какой цвет с этим ассоциируется. Или какой день недели, или число. Сколько дутых курток ты можешь одновременно надеть? Ладно, первый пошел. Номер два. На улице даже не холодно. Но это не важно. Я раньше так с трусами делала. Когда мне было лет 9, я надевала штук 40 и часами снять не могла. Жестко было. Попробую застегнуть. Я справлюсь. Oh,